8 сентября на базе городской пожарной части состоялись традиционные ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди работников государственного специализированного предприятия «Чернобыльская атомная электростанция». Соревнования открыли подъемом государственного флага. Главный судья соревнований произнес напутственную речь и пожелал всем успехов. В этом году в состязании приняли участие 9 команд ГСПЧС и команда ГПУФО. Сколько лет вы уже участвуете? Первый раз. Первый раз? Да. Ну, лично я. А команда УЗФО уже второй, наверное, участвует. А я в этом году первый раз. Как вы думаете, для чего проводится? Вот вам лично для чего? Мне лично? Да. Ну, спортивный интерес. Мне лично. И как бы новые виды, какие-то спорты, занятия, чем я раньше не занимался. А как вы готовитесь? Вот вы первый раз, вы до этого... Приходили, да, в один из дней. Приходили, пробовали, получалось. Как вы думаете, для чего, что дает эти соревнования для людей, которые, ну, не пожарные? Да, я думаю, здесь не имеет значения, пожарный или не пожарный. Это как любой вид спорта. Это, во-первых, здоровье. И, опять же, спортивный интерес. Тут есть как бы основы пожаротушения даже. Вот боевой развернут, там все-таки уже, да, есть какое-то соединение, там как, хотя бы какое-то понятие, как тушить тот же пожар. Да? Ну, мы уже, вот, когда участвуем, уже знаем, что не так-то легко, оказывается, пожарным участвовать. Ну, а для нас, как бы, ну, поддержка физического состояния, там, формы своей, допустим, даже какой-то уверенности. Ну, вот когда первый раз только пришел, да, было страшно даже, ну, залазить, допустим, на ту же лестницу, там, перепрыгивать забор. Сейчас уже, ну, как бы не страшно, а с каждым годом все уверенность появляется, и все уверенно, правильно вы говорите, уверенность, да, появляется. Соревнования проходили в 3 этапа. Боевое развертывание, подъем по штурмовой лестнице и преодоление препятствий на 100-метровке. Судьи отметили высокую подготовку всех участников. А главный судья соревнований, директор технический, подчеркнул, что данные соревнования проводятся не ради галочки. Почему мы проводим, все-таки продолжаем проводить эти соревнования? Ну, действительно, это традиция многолетняя, это очень хорошо. Ну, соревнования эти проводятся не ради соревнований, то есть не для галочки, если говорить сухим официальным бюрократическим языком, да, то есть это одна из форм работы с персоналом, обязательная форма. То есть у нас, ну, теоретическая подготовка, противоаварийные тренировки, проверка знаний. И вот соревнования по пожарно-прикладному спорту – это одна из форм работы с персоналом. Для чего это делается? Ну, во-первых, у каждого должностной инструкции, и в первую очередь у оперативного персонала, одна из обязанностей – это в случае возникновения пожара до прибытия пожарных расчетов приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Вот. А для этого надо быть обученным в первую очередь и уметь, так сказать, пользоваться и первичными средствами пожаротушения, вот. И как минимум физически. Средствами защиты, конечно, и, конечно же, необходимо, ну, обладать, да, соответствующей физической подготовкой. Вот. И вот как раз соревнования, они для этого и служат. То есть здесь, конечно, в первую очередь это физическая подготовка.
Состязания 2017 года внесли приятное разнообразие в тройку постоянных лидеров. В этом году призовые места распределились следующим образом. На этапе боевое развертывание. Третье место у электроцеха. Второе место у команды ЦОРО. И первым в боевом развертывании стали ЦУ НБК. В подъеме по штурмовой лестнице, как всегда, быстрее всех была команда электроцеха. Второе место у сильной команды ЦОРО, а третье место отвоевала ЦУ НБК. Преодоление препятствий на 100-метровке. Третье место у цеха ТАИ. Второе – ЦТПК. И лидером в этом году на 100-метровке стала команда ЦУ НБК. Вот это, наверное, тот редкий случай, когда административная необходимость, да, вот, то есть, ну, эти соревнования не просто так вот собрались, это есть приказ по станции, то есть там все прописано, все условия соревнований, там, что надо сделать, организация и прочее, включая и премиальный фонд, не без этого. Вот, это тот редкий случай, когда административная необходимость на 100% совпадает с желанием участников, да, потому что, ну, я знаю, что задолго до этих соревнований уже начинали интересоваться, спрашивать, а когда, а будет ли и так далее. То есть, я думаю, это очень хорошо. Общекомандное почетное третье место в результате подсчета очков заняла команда ЦОРО. Второе место у команды электроцеха, а призовой кубок 2017 года спортсмены из цеха эксплуатации объекта укрытия НБК унесли с собой.